Сейчас наш вечер начнется с выступления Олега Зеленина. Олег, прошу на сцену. Здравствуйте, друзья! Я рад вас всех здесь приветствовать, тех, кто помнит и любит Владимира Семеновича Высоцкого. И мне выпала честь, скажем так, открывать наш сегодняшний музыкальный вечер, чему я несказанно рад. У каждого из нас в жизни свое знакомство с Высоцким было. Мое началось в трехлетнем возрасте, вот с таких вот маленьких бобин катушечного магнитофона, и чудо техники такой гаджет был. Магнитофонная приставка «Казань-2», которая ставилась на диск-проигрыватель, и все это шипело, трещало, пукало, но играло. Ну и первые песни, которые я услышал, и которые втихаря слушали мои родители, это были песни Высоцкого о войне и о тюрьме. Ну а какие еще могли быть песни в стране, где все воевали и полстраны сидела? Вот, поэтому песня, с которой я бы хотел начать свое выступление, это песня из ранних песен Владимира Высоцкого, написанная в 1962 году. Песня «В тот вечер я не пил, не пел». Примечательна она была тем, что это была первая песня Высоцкого, которая была исполнена со сцены, правда, не им, в спектакле Петра Фоменко «Микрорайон», поставленном в театре на Таганке. Итак, песня «В тот вечер я не пил, не пел». Вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю смотрел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот-то раньше с ней был, меня, как видно, не забыл. И как-то осень, и как-то осень, и тут дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, и было осень. И тут дружком вижу стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, и было осень. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. Зачем за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Зачем за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот раньше с ней был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет, я там валялся. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил того, кто раньше с ней был, того, кто раньше с ней был, не извиняю. Ее, конечно, я простил того, кто раньше с ней был, того, кто раньше с ней был, я повстречаю. Спасибо. Именно с этой песни началось для меня знакомство с творчеством Владимира Семеновича Высоцкого, замечательного автора, исполнителя, актера.